Йоу! Я Тамирис. Я Наргиз. И мы Кагирис Твинс. И сегодня мы решили снять для вас на данный момент актуальное видео на ютубе 10 фактов о нашем теле. Так как мы близнецы, мы решили не снимать факты по отдельности и решили снять совместные факты о наших телах. Так что, если вам интересно, то оставайтесь с нами. И первый факт – это наши ресницы. Дело в том, что наши ресницы очень длинные от природы. Ну ладно, не очень длинные, но длинные. Но факт в том, что они у нас смотрят в пол. Даже если мы их подкрутим, сильно накрасим, они все равно будут смотреть прямо в пол. Второй факт – о наших ушах. Где-то года 3 назад мы решили сделать второй прокол на наших правых ушах. Со временем мы, конечно, хотели сделать третий прокол, но наш интерес на это прошел, и мы просто забили. Третий факт о наших зубах. Мы поставили брекеты на наши зубы не только потому, что они были кривые, а потому, что у нас неправильный прикус. Сами зубы у нас были немного кривые, но основная проблема – это наш прикус, и благодаря которому мы будем носить брекеты два года. Четвертый факт будет очень интересным для вас, потому что немногие знали его. Да, никто не знал этого. Да, никто почти не знал этого. Этот факт о губах Тамирис. На самом деле у меня находится на нижней губе некая родинка. И это не какая-нибудь болезнь или что-то еще. Это просто родинка. Она у меня появилась где-то в 5 классе, и кажется, она у меня теперь навсегда. Пятый факт – это то, что мы имеем супер мускулистые руки для девочек. Да, сейчас мы вам покажем. Вот это вот, наши вот такие вот руки. Да, они у нас мускулистые, потому что мы гимнастки, и поэтому мы, как бы сказать, перекачанные. Да, и мы не видим ничего в этом плохого. Наоборот, это кажется плюс, что мы в форме. Да. Шестой факт тоже является очень интересным, потому что моя ладонь больше, чем ладонь Тамирис. Вы можете заметить, что мои пальцы значительно длиннее, чем пальцы Тамирис, хоть и при том факте, что мы близнецы. Давайте поднимемся опять наверх. Мы только что вспомнили, что мы забыли один факт. Да. И седьмой факт – это то, что мы имеем кучу маленьких шрамов на наших лицах. Но на самом деле у нас их немного, но они видны, потому что в далеком детстве, когда мы играли в догонялки, Тамирис меня догоняла, и Тамирис меня догоняла, и когда я бежала с лестницы, она упала, я на нее, у нас лицо в крови и бум. Да, и теперь мы все в шрамах, они более похожи на прыщи, но это не прыщи. Да, но в жизни это отлично видно, что это шрам. И восьмой факт, мне кажется, его замечали все. Конечно, мне тоже так кажется. Это факт о наших ногах. Как вы можете увидеть, наши ноги не из самых прямых и красивых ножек. Они у нас кривые. И мы, конечно, не рады этому, но что ж поделать, придется жить. Да. И раньше мы очень сильно комплексовали, но сейчас мы такие, типа, забили, типа, есть кривые ноги, уроды, значит. Да, тамблер, они же не всегда вот такие колеса. Вот мы там. Девятый факт. Это размер наших ног. Размер нашей стопы 38, и нам кажется, это нормально, потому что это не большой, не маленький, а средний. И последний, 10-й факт о наших телах, это наш рост. Наш рост составляет 166 сантиметров, 168 сантиметров. Я ее выше на 2 сантиметра, поэтому, когда мы снимаем видео, мне приходится либо приседать, или либо мне подниматься на носочки. Возьми. И на этом все. Наше видео подошло к концу. И вы узнали очень многое о наших телах. Надеемся, вам понравились эти факты. Поэтому давайте попробуем набрать на этом видео 8000 лайков. Также не забудьте подписаться на наш канал. Увидимся в следующий четверг. А с вами были ваши любимые Кагирис Твинс.